Жители Кашева обеспокоены. В поселке появилось много большегрузных машин, самосвалов и кранов. Нарушают ли водители правила дорожного движения и как можно урегулировать ситуацию, узнавала Ольга Приходько. Проблема обострилась в последние месяцы. Недалеко от Кашева идет масштабное строительство. Увеличилось количество грузового транспорта, которое начинает базироваться в поселке. То есть по утрам на остановке скопления транспорта, и все стоят с работающим двигателем. Вы сами понимаете, что это, во-первых, неприятно, во-вторых, шумно, и делается определенное неудобство для населения. Час пик на дорогах поселка приходится на раннее утро. За пару часов на остановках бывает до 1,5 сотен людей. И в это же время недалеко от остановочного павильона зачастую стоят грузовые машины, в которых прогревают двигатели. Загазованность стоит страшная. Некоторые люди у нас астматики, и вот они утром не могут идти на работу, потому что и слезы льются, и приходится обращаться к врачу. Если грузовая машина долго дымит выхлопными газами, жители могут смело обращаться в полицию, чтобы зафиксировать нарушение правил дорожного движения и привлечь водителя к ответственности. Включенным двигателем, если любое транспортное средство стоит в жилой зоне, во дворовой территории приравниваются к жилым зонам в соответствии с правилами дорожного движения, более 5 минут запрещается. Конечно, штрафовать за каждое такое нарушение сложно, поэтому инициативные жители Кашева обратились в администрацию с просьбой установить знак перед поселком, запрещающий въезд машинам с большим тоннажем. Письмо уже находится на рассмотрении. На комиссии безопасности дорожного движения будет принято какое-то решение совместно с инспекторами дорожного движения об установке какого-то конкретного знака. Внесение ее в дислокацию или нет смысла внесения, допустим, этого знака в дислокацию. Решение вопроса потребует нескольких недель. Пока же водители просят внимательно относиться к правилам дорожного движения, а жители Кашевы набраться терпения.